Сотрудники криминальной полиции задержали преступную группу, длительное время занимавшуюся угоном автомашин. В конце прошлого года в полицию обратились несколько жителей Шымкента, заявившие об угоне. Для расследования преступлений была создана специальная группа. На днях в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Южно-Казахстанской области задержана преступная группа из числа жителей города Шымкента. В основном они специализировались угоном автомашин марки Audi. В настоящее время нами сейчас доказано 4 факта угона автомашины. По всем 4 фактам машины изъяты. В пятницу я ключом открыл дверь джипа Lexus, угнал его на Каратюбинское шоссе и там оставил. Когда вернулся за ним в воскресенье, меня задержали полицейские. Подозреваемые к моменту задержания успели угнать 4 автомашины. 2 в микрорайоне Нурсат и по одной в микрорайонах Атрар и Забадам. В одной из этих автомашин полицейские обнаружили пистолет. В одном из угнанных автомашин в салоне находилось служебное оружие марки «Байкал». Это принадлежал егерю в одном из заповедников области. В отношении егеря было возбуждено уголовное дело по халатности. Также он был уволен с работы. По изъятию данного оружия нами проведены ряд мероприятий. В ходе этого был задержан житель города Шымкента 93-го года рождения, у которого было изъято данное оружие. Сейчас все задержанные заключены в изолятор временного содержания. По фактам угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемые проверяются также на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города. Сотрудники дорожно-патрульной полиции в ходе дежурства на улице Рыскулбекова обнаружили припаркованный возле мемориала автомобиль марки «Opel». Хозяина при нем не было, и, судя по снегу на машине, он не появлялся возле нее уже несколько дней. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и поместили автомашину на штрафную стоянку. В минувшие сутки в Шымкенте зарегистрировано возгорание 2 автомашин. Пожар разгорелся в гаражах на улице Байдебек-Би. Сигнал о происшествии поступил в 1:53 от местных жителей. На место возгорания выехали 3 автомашины и 16 человек личного состава. По прибытию полицейские обнаружили, что в соседних гаражах общей площадью 47 квадратных метров вспыхнули автомашины Kia и Sangyang. К тому времени оба автомобиля были полностью охвачены огнем. На локализацию пожара борцам с огнем потребовалось 2 часа. Еще через 2 часа огонь был полностью потушен. В этом происшествии никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели управления ПЧС города Шымкента.